В завершении выпуска оптимистичная новость из окрестностей поселка Умба, что на Кольском полуострове. Ее в интернете всему миру рассказали суровые мурманские туристы, отправившиеся отдыхать в тайгу, поближе к Белому морю. Из средств самообороны они захватили только гитару, которая, если ее правильно использовать, способна, оказывается, распугать медведей. Сначала они пели песню нестройно, со страхом и безнадежностью в голосе, а потом искусство, разумеется, проявило всю свою силу. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, самый жуткий час, мы волшебную косим траву. Медведь ушел и больше к этим людям не возвращался.